Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Collapse. Да, игра хорошая. Про будущее, так сказать. Когда все обрушилось. Место действия происходит, если не ошибаюсь, в Киеве. Давай. Так. Да, сейчас два раза нахрен. Бывает. Я думал, может, можно как-то допрыгнуть до туда. Так. Куда? Блин, а что здесь есть? Ничего. Родан, ты где? У меня не так много времени. Я рядом. Скоро буду. Че, и все, что ли? Так. Звонки. Позвонить. Вопросов нет. Ладно. Жизнь. Где моя жизнь? Подождите, а куда мне здесь? Что-то я не догоняю маленечко. Так. Вниз-то мне точно не надо. А, вот. Блин. Ладно. Тут ничего нету. Блин, такая насыпь. Так-то по краешку хожу. Так. Так, и что я туда спрыгну? Что там есть? Не вижу ничего. Я оттуда только что пришел, там ничего не. Минутку. Опа. На. Все. Теперь хотя бы с жизнями разобрались, что они у меня есть. Давай, давай, ничего страшного. Переживет. Ой-ой-ой. Вот где-то что-то. Вот смотрите, да? Хорошо, что лазаю где не надо. Жизнь приобрел. Так. Ну что же так долго? Если Зиновский заметит мое отсутствие, может все провалиться. Да подожди ты. Заметит он твое отсутствие. Мне надо определиться. Так. Найти. Похоже, у нас проблема. Этого устройства здесь раньше не было. Так. Да подожди ты, устройство. Я ищу придатки. А точнее, для увеличения своей жизненной энергии. Так. Понятненько. Так. Что тут есть? Мы прошли, пока еще ничего не видим. Так, вставать я пока на него не буду. Подожди, успеется. Так, ладно.
Пойдем, пойдем. Царь колокол, что ли, что-то? Ну, что-то похоже на это. Так, 4 каких-то, не знаю, портала, не портала, которые активируются в итоге. Так. Понятненько. Непонятненько. Куда нам тут? Все, больше мест нету, собирать нечего. Я как понимаю, нам придется воевать. Так. Так. Давай. Ага, вот так вот надо. Наступил на первую. Так. Сколько вас? 3-4 штуки. А в каком порядке надо наступать? А это сломано. Твою ж дивизию. Так. Так. Ага. Минутку. Пробуем. Что-то ничего не выходит. Так. Так. Нифига. Так. Блин, надо подзарядиться. Почему не так-то? Чё не так выходит? Так. Не понимаю. Так. Так, что у меня? Миссия — добраться до Лавры и встретить Елену. Там забрался, встретил. Понимаю, мне что-то надо с колоколом сделать.
Давайте-ка. Так. Давай. Так. Бегом, да в припрыжечку. Чё, не успел? Блин. Ладно. Накапливаем. Накапливаем, накапливаем. Давай. Давай еще разок. Бегом. Да в припрыжечку. Давай, давай, давай. Так. Чё, как-то не так, что ли, опять? Блин. Честно сказать, я уже немножко. Ну-ка, давай до конца. Так. Давай. То уже отпустила. Так. Ладно. Сделаем маленько по-другому. Да. Первый луч. Второй луч. Давай. Беги. Ну так-то правильно где-то должен быть. Не понимаю. Давай, 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 шевели батонами. Ну. Вот ни хрена, да? Так, ладно.
Давай. 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 Ни хрена не получилось. Блин, ни хрена не получилось. Давай. Давай. Вперед. Вперед. Давай. 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 Хрень какая-то. Нет, подождите. Что-то не то. Как-то не так это все активирует. Я прям чувствую, что мы не успеваем. Так. На. Давай. Давай. Да блин, второй исчез. Я прям слышу, как звук от исчезания. Может, где-то что-то встать надо. Пусть она встанет хотя бы туда. Так, надо с ней поговорить, пусть она встанет хотя бы. Да, блин. На. Загрузись последний, так. Последний чекпоинт. Я прям чувствую, что... Ну что же так долго? Если Зиновский заметит мое отсутствие, может все провалиться. Похоже, у нас проблема. Этого устройства здесь раньше не было. Давай. А что ты стоишь-то? Так. Хорошо. Так. Ага, вон она встала. Все. Теперь, может быть, и получится. Давай. 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 Давай.
Это я не понял. Неправильно, да, сделал? Ладно, сейчас поднакопим. По крайней мере, на луче, на луче она встала, до этого не вставала на луч. Так. На. На. Беги. Беги. О, получилось. Получилось. Всегда рада помочь. Подожди. Рада-то рада. Да, я поднакоплю на фантома. Вот так. Полезли. Катакомбы. Пятая глава. Охренеть. Ахимингуэть. Итак, подписчики, ставьте лайк. Ставьте этот колокольчик. Не пропустите следующий выход. Что мы ищем в этом странном месте? Кто не подписался, подписывайтесь. Саркофага. Нам нужно деактивировать все защитные автобусы системы. Я пометил нужные на карте. И открыть доступ к центральному хранилищу. Так. Вот так. Давай, вали его. Тут его не бьешь. Не залазит. Ладно. Куда? Куда нам можно идти? Вот так. Пока нормально. Пока все идет по плану. А перестройка все идет и идет по плану. Так, тут на дробовичок, конечно. Так. Ну, пойдем. Так, ты идешь? А. Ты мне доставляешь, да? Да подожди ты!
Ладно. Вот так. Вот так. Все. Да. Все нормально. Пока все хорошо. На. Давай. Все. Ну это даже не серьезно. Так, это на дробовик, да, рассчитано? Но у меня-то нет дробовика, у меня, блин. Подожди, а как я должен? Блин. Ваш напарник погиб. Ладно. Давайте воскрешать нашего напарника. Вот так. Кто-то орёт на меня. Совсем одичали. Так. Пойдем, пойдем. Так, туда мы не можем пройти. А как нам пройти? Вот так. Так, и что, мне вниз прыгать? Я не пойму. Что-то не очень-то хочется, знаете ли. Ай-яй-яй. Смотрите, как реально вниз прыгать.
И что делать? Как быть? Вниз нельзя прыгать? И за мной, что ли? Так-то вот нам в теории-то наверх бы. Так. Ну-ка. Ну-ка. Пойдем. Пойдем, я в припрыжечку даже. Взламывай. Ну, мне что, тебя подвести, что ли, надо? Давай уж. Ножками-то тоже пройдись. Да, сложноватый участок, я вам скажу, по игре. Да. В плане того, что надо смотреть, выбирать. Давайте сначала сюда сходим. Так. Здесь что-то может происходить. Так, я не понял. Ваш напарник мерз. Куда он угодил? В вентиляцию, что ли? Ой-ё. Я даже, честно говоря, я не ожидал, если он туда нахрен действительно тот самый тупой напарник, который может быть, который покончил жизнь самоубийством. Так. Так, понятно. Вот так. Да. Хоп. Да. Вот так. Да. Давай, где ты? И... Опа! На! Подожди! На!
Тихо. На. На. А подожди ты. Тихо. Опа. Опа, что-то запустили, короче. На. Так. Все. Так, что-то мы сделали. Пойдем сюда, сюда, сюда. У меня курочка тупая, блин. В этом плане. Так. Подожди. Да. С меча-то я их всех повыносил. Спокойненько. Вот так вот жизнь увеличил. Тихо, на. И опа. Да. И его тоже так же. Спокойненько. Да. Вот еще раз себе жизнь увеличил. Так. Смотрим. Смотрим. Там по-любому там надо было быть. Жизни полные. Блин, мне так нравится, когда у меня жизни прибавляются. Давай. Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила. Он лежит на дне изила. В жизни мало что успел. Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустьера. Повторяйте наши песни, это песенки, припев. Раз, два, три, четыре, пять, знаете, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, и жадность, это скверно. Раз, два, три, четыре, пять, скажем, без подвоха. Да, стой, стой. По плану. Подожди. Опа, запустили. Thank you.
Вот так. Опа. Сюда. Блин, надо было дробовик, да, взять, поди. С дробовиком хлестаться. Ладно. Ничего, в следующий раз. Вот так. Вот так. Ну давайте. Так. Еще куда-то тащится. Да. Да. Вау. Вау. Вот так. Вау. Да. Вау. Ой. Запустили еще какую-то штуку. Вот так. Так, минутку. У нас тут что? Вау, еще одна зеленая штучка. Как я рад этой зеленой штучке. Кто бы знал. Подожди. Давай. Так. Как-то, конечно, ну ладно. Может, с ним и не стоит бороться, может его обойти первоначально. Но тоже дилемма. Да, блин. Да.
Кто-то отрезал. Мы здесь были. Эти оставались. Давай-ка. Так. С этой стороны. Я помню, что оставались, и не только с этой. Еще где-то тут оставалось. Блин, далековато, да, ушел, но ничего страшного. Жизнь она такая, она того стоит, чтобы туда-сюда ходить. Так, ладно. Ему еще щупальца надо отрезать. Туда. А, нет, смотрите-ка, здесь все взяли. Меня. Да. Ну и ладно, я мимо тогда пройду. Знаешь, ты мне не очень-то и нужна, ты так хреначиться с тобой. Насмерть-то здесь стоять. Сомневаюсь, что ты мне что-то очень-то уж нужна так. Так. Да, блин. Ты где там стоишь, а ты не уходишь оттуда, пока я червя этого не убью. Промах. Так. Да подожди ты.
Понял, как эта хрень делается. Короче, надо было сначала с морды снести этой хрень какую-то, а потом уже ее пластать. Так. Все, теперь у меня снова автомат. Правда, у меня с жизнями проблемы. Пойдем-ка, пополним мою жизнь. Хотя бы немного. Вот здесь вот они должны быть, вот в этой вот пещере. Вот так. А то, блин, совсем уже ничего не осталось. Так, за поворотом есть? Есть. Ух, хорошо, что я оставил, блин. Так. Тебя взять-то нечего, да? Ладно. Да. Да. Да, вот так вот. Сумел. Так. Ну ладно, давайте смотреть, что у нас здесь. Продержаться надо или что? Я так думаю. Да. А дробовик в случае чего есть? Да тихо ты. Тихо-тихо-тихо. На. Тихо. На. Ну ты же идиот. Я завалю.
На! Да тихо ты! На! На! Охренеть! Из этого гребаного пистолета. Подожди, не спеши, не спеши, Матрён. Дай мне в себя прийти. Вау, тут у меня и аптечка была, оказывается. Итак, и что мы сделали? Так, проход вперед мы освободили. Так, это все мы взяли. Немножечко. Вот так. Так, дробовик или автомат? В замкнутом помещении, конечно, лучше дробовик. Ой-ой-ой, чуть не упустил, подождите. Ну, пойдем с дробовиком, если что, автомат уж добудем как-нибудь. С грехом пополам. Что это? Ой, любовь! Ну как же, как же. Елена, где тебя носит? А, Анатолий Николаевич, как вы и просили, я отправилась за образцами в сектор Б4 с группы Альфа-12. Группа, Елена, уже давно вернулась на базу. Ты должна быть на своем рабочем месте. Ты нужна мне здесь. Извините, я отбилась от группы. У меня очень ценные образцы. Какие к черту образцы? Самостоятельно шляться по свалке. Ты научный сотрудник, и твое место здесь, в лабораториях. Возвращайся немедленно. Я скоро буду. А что мне делать с этим? Все ключи должны быть у тебя, Родан, и карта тоже. Если дырявому удастся вернуться из атома с ключом, останется только один артефакт. Как ты думаешь, кто выдал ваше место сходки? Кто? Толстяк, зеленый в сюртуке. Зеленый, что ли? Ошибаюсь, он сейчас держит железнодорожный вокзал и давно работает с Зиновским. У него есть ключ-разлом. Ты должен раздобыть его. Хорошо, Елена. Я добуду его. Мне нужно спешить. Так, а я что нашел? Вау, шестая часть. Логово зеленого змея. Вокзал. Ну, давайте посмотрим. Только смотреть мы, скорее всего, будем в следующем уже видео. Ну да. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вот. Но. Увидимся, как я уже говорил, в следующем видео. Пока!